Всем привет! Сейчас мы находимся в прекрасном месте в Казани, на Дубравной. Такая вот природная локация. Хотелось бы поговорить о том, как вообще играть, где лучше, на природе или дома, или еще где-то. Вообще, когда играешь на варгане и на других инструментах, всегда зависит от настроя, от настроения. И, конечно же, локация также влияет на это. И на природе очень прекрасно обычно бывает настрой, особенно в хорошую погоду. Поэтому всем советую играть на природе. Это особое ощущение сливания воедино с этим мирозданием, с помощью варгана, с помощью вибраций. Можно очень классно замедитировать, так что уйдут все негативные мысли и настроиться на благостную волну. Играя на природе, достаточно просто успокоиться, достать варган и что-то играть. Можно монотонное и сливаться с вибрациями природы, чувствовать ее и погрузиться в поток. Вот. Например, можно поиграть на дыхании ртом. Легкие выдохи и вдохи, но быстрые. Вот при этом можно делать разные гласные, о, э, например, как сейчас было, либо и, о, а, э. Ну, давайте настроимся на медитацию и немножко повибрируем. You